на морском вокзале. На улице у Горького, 1/1, обычно отсюда и такси вызывают. Здесь такой как, не бизнес-центр, разные офисы вот в этом здании. Погода сегодня очень жаркая. Думаю, что опять будет ближе 40, ближе, говорю, больше 40 градусов жары. Поэтому надо раздеваться. Народу здесь всегда много, потому что это центр Сочи. Как живой, да? Узнают этих товарища в бриллиантовой руке. Вот везде я была, а вот в этом ресторанчике «Белом лебеде». А, это как сейчас он называется? «Дельфин и русалка». Или я путаю, что раньше он «Белый лебедь» назывался. Так. Такая вот красота. И здесь вот тоже пройти. Обычно, да, я с той стороны захожу, потом там выхожу. Солнышко печет, припекает. Сейчас мы здесь пройдем такие врата. Нет, спасибо. Приходите. Сейчас все, что хочется, это идти купаться в море, еще выпить даже не чашечку кофе, а какое-нибудь что-нибудь прохладное. Я недавно тут тоже была. Ну, когда бы ты тут и сколько раз не было, как-то не надоедает. Во всяком случае, мне морской вокзал, морской порт не надоедает. Это больше, конечно, уже туристическое, да, место, чем какое-то имеет, да, там такое назначение. Да, тут яхты, на которых катаются люди. Такие вот лавочки. Немножко пройдем в эту сторону. Приближе, смотрите, как интересно. Такой жару. Хотя, наверное, с ветерком может быть и неплохо прокатиться. Надо подумать. Действительно, может, это то, что мне нужно, да, в такую жару. Но хочу сказать, что, как правило, это часовая прогулка, около 1000 рублей. Есть и от 1000, смотря, да, сколько человек, какая яхта. Ну, в среднем вот такие цены. Нет, спасибо. Они так навязчиво предлагают, что даже если бы я поехала, уже и не хочется. С другой стороны, это их хлеб, яхты тоже надо кормить, их. Ну и опять же, хочется, допустим, они все хорошие, допустим, выбрать, да, какую-то, ту, которую хочется, а не какую тебе, допустим, навяжут. В принципе, вроде везде тут есть столики, где остановиться, так что, наверное, неплохо. Мне кажется, может быть, ближе к вечеру, на закате. Это будет идеальное время. Я каталась уже несколько раз. Давно это было, правда? Да, прекрасно. Красивые съемки получаются. Кто-то меня так сильно укусил. Видимо, вчера, когда я там по кустарям ходила в Ардене. Нога прям искусана. Так что море, кстати, лечит от всего. Бывает, комары там накусывают, еще что-то. Самое лучшее, что может быть, это как раз в море искупаться. И ощущение, что я уже расплавилась,
У меня на голове панамочка. Легкая такая, как называли, что. Тут никакая панамочка не поможет. Смотрите. Ну, в общем, август, да, считается самый-самый такой жаркой-прижаркой порой. Так что те, кто хочет прогреться как следует, то именно в августе надо приезжать. Ну, опять же, в этом году, кстати, интервью официально, по-моему, еще даже ни одного не брала. Летом, я имею в виду, так, зимой-то. Так что надо взять интервью. Кто хочет, кстати, тоже приезжает интервью дать, пишите, а? Сниму все это и на канал выложу. Ваше мнение о Сочи, об отдыхе. Ну, такое адекватное, да, чтобы это было все. В том году тоже с людьми разговаривала. Многие вначале стеснялись, а потом очень даже... Нет, спасибо. Это было... Здравствуйте. Да, да, я тут живу просто. В самом главном порту. Да, в нашей семье тут квартира. Не хотите, говорит, сходить прокатиться? Да. Мы хотим, но не в палящее солнце, это точно. Когда уже жара спадет, возможно, можно будет и прокатиться. Так. Какое чистое, чистое море. Ну, здесь, конечно, не чистое, я имею в виду, спокойное. Потому что купаться, естественно, здесь и нельзя, и не стоит. Но рыбаки тут часто сидят. Хорошо, начинает от этого реально где-то психоз наступать, когда тебе просто суют, давай, едь, катайся. Многообразие яхт. Еще поговорили, да, какая яхта? Она какой-то средний каталась, не самый большой, мне так не вспоминаю. Была на какой-то маленькой. Это вообще какие-то скоростные моторные. Не, вообще, на самом деле, всем советую прокатиться. Кто здесь будет тоже там отдыхать. И, в общем-то, такое это дело хорошее. Смотрите, какие такие вот, как их называют, причалы. Место, да, в котором всегда есть люди. Понятно, что сейчас они на море в такую жару. Самый эффектный фотографии здесь получается. Ну, либо вот как девушка, надо зонтиком ходить. Это тоже вариант. Не от дождя, а от солнца. Видите, да? Все приглашают кататься в море. Так. А мы сейчас пойдем на пляж с вами. Пока я совсем не расплавилась. Вечером, конечно, тут все светится, очень красиво. В общем, это такое знаменательное место, которое я советую посетить каждому.